Приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту квартир своими руками. В данном видеоролике будет первый видеоотзыв по квартире, двухкомнатной, которую сделал ремонт. Хозяйка квартиры Наташа. Наташа сейчас расскажет, как я здесь сделал ремонт. Ну, Наташа, расскажи по времени, сколько занято. Расскажи, ну, вообще, как вы приезжали там на квартиру, сколько раз вы тут были, следили там за мной, там не следили. Ну, то есть, как вообще там постоянно бывает так, что люди приезжают, смотрят там, кто забухает, кто там чай гоняет, кто, короче, еще что-нибудь. Ну, то есть, как вот как с точки зрения вот, хозяина, вот шел ремонт квартиры. Ну, я, во-первых, начну с того, что Иван нам посоветовал мой коллега на работе, и, так сказать, для нас это была, ну, по сути того, что я вижу, наверное, удача. Нет, серьезно. Ну, на квартире мы бывали сколько раз? Ну, может, раз в неделю. Два раза в неделю. Нет, получаем вообще в неделю. Не, ну там просто бывает, что, допустим, там кафель раскрапку надо, то есть это без хозяев, там не крапка. То есть там где-то разложил кафель, вот посмотрели, вот так вот там посоветовались, мы что-то переделали. Да, поняли, посмотрели, Кстати, вот так вот, если не секрет, если что вырежу, примерно сколько выше стоимость за материал полностью? Полностью за материал? Да, в исполненной квартире, да, чистый материал. Ну так вот, примерно. У меня есть блокнот, где все это. Ну так, примерно, да. 200, 300, 400, 500 тысяч. Если не считать прям с самого нуля, с самого начала, да, сыграл стенку? Ну, вообще все полностью. Все полностью. Ну, на сыпучку я, насколько помню, ушлось в районе... Сюда же входит ламинат. 40. Да, ламинат, ванна, обои, кафель. Просто для интереса, как многие же считают. У нас вышло около 300 тысяч. 300, то есть где-то... Ну, я примерно так и просто уже так прикидывал. Да, то есть у нас только... Просто недавно был вот видео у Земского, там показывают квартиру, вот как я к вам зашел, не смотрели бы. Нет. В Москве. То есть вот к вам зашел, и там вот Татьяна говорит, там что-то изолятор, кондиционеры сделаны, электрика раскинута, ну, все так, все сделано по-свински. Он показывает, что это косячный ремонт, они отдали за это 2 миллиона 600 тысяч. То есть просто, когда меня там начинают в комментариях говорить, что вот там вы там вот это вот не так, вы смотрите по стоимости ремонта, сколько занял, опять же, ремонт. То есть ремонт, скажем так, это есть элитный, есть там средний, есть эконом-класс. То есть у нас в городе в основном делается эконом-класс, потому что ну, элитных ключей я здесь, ну, не знаю, может, один раз буквально одеял, прям, чтобы, наверное, ощущать. А, как бы, ну, средний тоже, ну, в принципе, это уже средний, ну, вариант. То есть, средний, это уже когда там где-то декоративное, что-то такое, камень, кафель, там, теплые полы везде. То есть, в основном, да, у нас там просто натяжные потолки, обои, ламинат, упаковка, кафель. Нет, причем я отмечу, что мы как бы покупали не самые дешевые материалы, то есть там, допустим, обои, какой материал у нас есть, корейские, ну так как они длинные, у нас вообще получается, что за рулон, они стоят 6 тысяч рублей, у нас там какая-то скидка была, 4 тысячи. Но... Здесь итальянские, но здесь простые, ламинат у нас здесь. Нет, это я имею в виду чисто с поскольку рассказываю. Там цены как бы маленько другие, поэтому вот для нашего города как бы, это ну, нормальный такой хороший ремонт.
В Москве такой ремонт, я думаю, полковый, если оценим, он стоит где-то от 8 до 10 тысяч. Ну, я так вот подкидываю такой же ремонт, тоже для остановки полковый за полковый. Так, усилиться мне не буду, говорит, заработать. Так, и... В принципе, все, наверное. Ну, в целом, можно еще сказать, что нам вообще все нравится. У нас никаких нареканий нет. Сделал. С тобой приятно работать. Прям очень. То есть, мне только стоит, получается, задуматься о чем-то, представить, да, какой-то момент. Иван все воплощает просто. Все отлично. Прям все нравится. Только он представил себе, и у нас уже все. Вот. С Иваном приятно работать, я буду, тебя буду рекомендовать всем, уже знакомым, у меня там целая очередь, но так как на тебя большой... После октября уже. Да, так как на тебя большой спрос, я уже предупреждаю, что ты у нас человек востребовательный, мы и тебя ждали около 2 месяцев, и не зря. Да, объект я не просто попал, поэтому стараюсь. Вот, нет, прям... Ну, в общем-то все. Подписывайтесь на канал. До свидания.